называется станция. Станция Ститрек. Непонятно. Непонятно. Ты вообще против, чтобы девушки были в твоем баре? Да. Почему? Уже говорил, ну потому что это физический труд, во-первых. То есть девушка просто в принципе физически слабее мужчины. И более ранимый, более женственный, более нежный. Она бармен, а не женщина сейчас. Шутка. Я же ответственная барменка. Идеально. Угодить, говорить, чтобы быть довольным, чтобы он сюда еще пришел и привел своих друзей. Сколько нужно человеку, чтобы стать настоящим барменом? Полгода точно. Пацан уже сказал, ты работаешь, ну-ка быстро делай. Есть, допустим, постоянные гости, да, которые ходят, и к ним, как правило, ну, привыкаешь. Ты когда-то давно работал в заведении, и у нас гости было, у нее было прозвище Борщ. То есть она ходила на бизнес-ланч, да, чаще всего, ее все время борщ, то есть был веселый молочник. Он пил молоко с абсентом, смешивал. Обычное движение, подкидывают. Это уже интересно смотрится, там лед засыпали, перевернули, поймали. Даже когда дома сижу, там чай наливаю, и тут там кипяток вот так вот он наливает с продолжительностью. Пакетик там подкину, там кину куда-нибудь кружку. Что должен мне сказать? Как я вообще справилась или нет? Посуду натирать ты умеешь, мяту рвать тоже можешь. Вот, коктейли готовить, ну, надо выучить технологическую карту, все. Ладно, Миш, спасибо тебе большое, классный учитель. Я думаю, не будь я девушкой, мы бы с тобой договорились, я бы осталась, еще бы поработала. Ну, а нам пора, пора заканчивать смену. Все, пока. Называется она... Правильно. Меня пока не берут на работу.